Владимира, и с 1330-летием крещения русской земли. Спасибо. Сейчас мы с вами вместе помолимся, поблагодарим Бога за то, что на протяжении такого периода времени все-таки наша страна остается православной, люди крестятся. Уж как они веру исповедуют, другой вопрос. И как мы ее тоже, люди крещенные, исповедуем, тоже другой вопрос, да? Но то, что мы себя считаем причастниками веры православной, все-таки стремимся крестить своих детей в православную веру. Большая часть стоящих стремится постоянно исповедоваться, причащаться, вести православно-христианский образ жизни. Это благодаря тому шагу, который в свое время сделал святой великий равноапостольный князь Владимир. И вот представьте, 1030 лет прошло, да? Вот. А мы вот с вами наследники тех людей, которые в свое время крестились в Днепровской купели. Ну, давайте все вместе помолимся, прославим Господа, поблагодарим Его, помолимся за, и за жителей нашего города Урюпинска, кто, может быть, хотел и не пришел, кто просто не пришел. Давайте помолимся, да, чтобы в другой раз. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Amen.
очистили от всякие свидетели, и спаси Боже души нас. Благослови беды во имя Господне. Камень Его же непригоше зиждущий сей, бысть главого угла от Господа бысей, и есть дивен в очистях наших. О Господи, я веся ног, благослови беды во имя Господне. Подобитесь нам слышанию святого Евангелия Господа Бога моего. Слово Тебе, Господи, слово Тебе. Он мне. Речи Господь притчу сию, подобное царствие небесное сокровище сокровенно на селе, еже обрет человек скрыт, и отника имать продает, и купует село то. Паки подобны есть царство небесное человеку, купцу ищущие добрые бисеры. И же обрет един многоценен бисер, шед продади вся элика и мяше, и купи его. Паки подобны есть царство небесное небо, удержано в море, и от всякого рода собравши. И же игда исполнися, извлекоша, и на край, и сечь, избраши добрые в сосуды, а злые извергоша вон. Так и будет в скончании века, и зайдут ангелы, и отлучат злые от среды праведных, и вернут их в пещу огненную, то будет плач и скрежет зубом. Глагола им Иисус, разуместились я вся, глаголыши ему, ей Господи, он же рече им, всего ради вся книжник, научимся. Царствию небесному, то подобен есть человека домовиту, и же износится сокровище своего новое и ветхие. И бысть тогда скончая Иисус притчи сия, придя оттуда, и пришед в отечестве свое, чаш
наших на сонмище их. Слава Тебе, Господи, слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Страхом и трепетом, яко рабе непотребны, Твоему благоутробию спаси, Владыка наш Господи, о Твоих благодеяниях и о жизни ялости на землю нашу от крещения и до ныне, и припады, и славословие Тебе, ко Богу приносим, и умиленно вопием, избави от всех бед, люди Твоя, и всегда, яко милостив исполню, Владимир, прошение наше, прилежно молимся Тебе, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спасителю нашему, через благоверного князя Владимира, благоволившему избрать род наш, наследие свое, и в купели крещения даровать и Духа Святаго, поеже церковь нашу святую от расколов и нестроений соблюсти, и в единомыслии веры миром оградите, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наш упование всех концев земли, и сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, гресех наших, и помилуй ным. Милостив Бой, человека любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Крепостасный Божий, Отче Вседержитель, Сын Единородный, Спаситель мира и души святые, просвещай, освящай племена и народы, и же Владыку земли русской, князя Владимира, и тем всю страну нашу крещением просветивы, и сонным святых, яко пресветлым звездам, небо церкви нашей украсивши, воссиять и даровавы, и нам смиренным и недостойным чадам и ныне предстоящим славе Твоей, и благодарственное молебное пение приносящим сей, тысячелетний день крещения Руси, великую милость даровавы, где же славите, хвалите, благодарение приносите Тебе за вся благодеяние, бывшее на Руси общаться, где мы бы яко не хочеще смерти грешников, но еже обратитесь и живым им быть, призи на нас в обресех пребывающих, отврати гнев Твой, праведность движимы на ны, и даруй нам покаяние, и Твоим незреченным милосердием помилуй нас, прими молитвы и труды наше, умножение любви среди всех людей мира сего, землю нашу огради, власти умудри, вся утеши умири, церковь Твою возрасти, достояние Твое соблюди, мужа жены и младенца благодатью просвети, и вся люди Твоя в православии благочестие утверди. Молитвами Пречистая Владычица нашей Богородице и Преснодевы Марии силы честнага и Животворящего Креста и всех святых в земли нашей просиявших, в едении веры и любви славим Тебя, Отца и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единение
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Преосвященнейший Владыко, благослови. Наш молитвами пречистая своя Матерь, святого равноапостольного великого князя Владимира и Божией памяти не совершаем, и всех святых помилует и спасет нас, и ко благ, и человека любит. И спаси, и свято Троицкие Сергию Лавры, священно Архимандриту, Бога храним и стране нашей, и господину, высокопреосвященнейшему митрополиту Герману, и господину нашему, преосвященнейшему Елисею, епископу Урюпинскому и Новоаннинскому, Бога храним и стране нашей, властям, воинству, народу ее, всему освященному собору, благочестие ревнителям и учителям, и всем православии земли нашей, подвязающимся словом, писанием, учением и богоугодным житием, и всем православным христианам многое и благое лето. События в истории славянских народов. Всеблагим действием Духа Святаго князь обратился от языческих заблуждений, уверовал в единородного Сына Божия Иисуса Христа и, приняв вместе со своими соратниками святое крещение, принес на Русь спасительный свет Евангелия. Почему мы называем событие крещения Руси поворотным для истории наших народов? Потому что оно навсегда изменило облик всей славянской цивилизации и предопределило дальнейший путь ее развития. Это был действительно решительный поворот от тьмы к свету, от хождения во мраке ложных идей и представлений к обретению богооткровенных истины и спасению. Человеколюбивый и щедрый Господь даровал нам ни с чем не сравнимую милость, великое счастье, возможность принадлежать к православной церкви, составлять единое тело Христово и приобщаться к неисчерпаемому источнику воды, текущей в жизни Господь. Держите его.